Всем большой привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Юля. Обязательно подписывайтесь и спасибо за лайк. Сегодня с вами пойдем в магазин «Светофор», город Курск, улица Косухина, «Стройгигант». Посмотрим ассортимент, что здесь нового. Начинаем. Всем приятного просмотра. Начнем с посуды. Сахарница-конфетница. 39,80, 11 сантиметров в диаметре. Делает Паша Бахче. Кружки стеклянные, 36 рублей на 350 миллилитров. Тарелки от Luminarc. Диаметр 24,5 сантиметра. Полностью белые, сделаны очень хорошо. Именно на эту тарелку я не вижу цену. Такие же тарелки, но поменьше, десертные, 19,5 сантиметров, 36 рублей. Есть еще салатник, также от Luminarc, 83,90, 18 сантиметров в диаметре. Кастрюли эмалированные с разным декором, 380 рублей на 4,3 литра. Ковш из нержавеющей стали, 381,80 на 1,9 литров, с крышкой со стеклянной. Имеются отметки литража, ручки полые, из нержавеющей стали, зеркальная полировка внутри и снаружи. Крышка стеклянная с отверстием для выпуска пара. Кувшин, хоть где-то я увидела, что их очень мало осталось, всего лишь 3 штучки. И стоят они 99,50 на 1,7 литра, кстати, кувшины. Вот такие у нас еще есть кофеварки с двумя чашками, электрические, 300 рублей. Объем резервуара для воды 240 миллилитров, фарфоровые термостойкие чашки, удобный съемный фильтр. Объем чашки 120 миллилитров. Кофеварка с двумя чашками, вот так вот будет выглядеть она. Ну, в общем-то, тоже отзывы очень разные. Пылесос. $1398.90. Вот в таких вот он коробах упакован. Крышки. Стекло-силикон. 195 рублей. Три расцветки в ассортименте. Черный, красный и зеленый. Не забываем, что необходимо проверять, чтобы еще в наборе была вот такая вот крышка. Далее покажу вам мини-стиральную машину. 2623 рубля. У нас уже их осталось по светофорам очень мало. Но здесь еще есть. Вот там вот еще сзади упаковки целые. Вот так вот она выглядит, мини такая машинка. Что-то легенькое постирать, конечно, подойдет. Легка в использовании, идеальное решение для деликатной стирки. Функция отжима есть. Малый размер, легкая и компактная. Таймер на 10 минут, экономичная, потребляет мало воды. Экономит электричество и время. Шланг подачи воды и слива в комплекте. Емкость на 3 килограмма. В общем, вместимость на отжим 2 килограмма. Электрический чайник, 303,90, сталь. Ковш алюминиевый с антипригарным покрытием на цельной вот такой вот ручке. 164 рубля, 160 миллиметров он в диаметре и объем на 1,5 литра. Отличная просто цена на сковородку, на такую с антипригарным покрытием. 155 рублей. Это супер просто. Симпатичная она, смотрите. С другой стороны. 24 сантиметра в диаметре. Далее смотрим. Экологичность и безопасность. Только чистый алюминий, без вредных добавок. И для всех типов плит она подходит. Дешевле этой сковороды я еще не встречала. И покрытие я вот вижу, что в принципе будет хорошее. Оно послужит.
Далее у нас с вами наборы контейнеров. Три контейнера в наборе. Это как бы ланчбоксы. 181 рубль. Один контейнер на 0,8 литра, другой на 1,5 и на 2,5 литра. Нравятся мне очень эти застежки. Очень удобные, очень хорошие застежки-клипсы. Здесь идет герметичная конструкция и надежный механизм защелок. Вот я их открыла и даже еще не могу... Видите, они еще плотненько там прилегают. Ну и контейнер поменьше и еще меньше. Отличный вариант, ничего не прольется здесь 100%. И как по мне, так это самые надежные защелки, которые могут быть. Водоочиститель, кувшин 177-10 Aquaphor Line на 2,8 литра. Мы с вами его уже подробно рассматривали, и большинство положительных отзывов о нем. Махровое полотенце, 146 рублей, 60 на 130, эконом-вариант написано, но я вижу, что махрушка хорошая, будет вытирать очень хорошо. Остались только зеленые здесь у нас. Дальше просто на резинке трикотажная, 100% хлопок, 351 рубль. Серенький остался цвет и розовый. Они, конечно, тоненькие, очень тоненькие. Не знаю, как они будут служить. Размер у них 160 на 200 и на 20 сантиметров. И дальше у нас скатерть ПВХ 110 на 140. Размер у нее 157 рублей. Расцветки можно выбрать. Термосалфетки двухсторонние, они обычного качества хорошего, 147 рублей. Вариант разный, я здесь их беру постоянно, служат они очень хорошо. Размер 60 на 100 сантиметров. Прихватки 17 на 17 сантиметров, две штуки их в комплекте, 27 рублей цена. Колготки детские. Скорее девичьи, потому что такой рисуночек хорошенький, красивый. 46 рублей. Размерный ряд от 86 до 140. Но смотреть надо, какие-то они все здесь маленькие совсем. Симпатичная скатерть. Такая же, как мы уже рассматривали, но вот эта расцветка прям очень интересная. Трусы дамские, большие размеры, 38-30. Здесь 100% хлопок. Просто трикотажная на резинке. 345 рублей. 180 на 200 на 20 сантиметров. Все нежные цвета. Комплект постельного белья. Полутораспальный. Полисатин. 439,90. Отзывы плохие. Только плохие вот пишут. Ну, конечно, потому что это полностью синтетика, которая закатывается и неприятная к телу. Но хочу вам сказать, что разбирают такие комплекты полностью. Вот приходишь в светофор в своем городе, и ни одного постельного там нет. Такое бывает. И сейчас здесь их тоже очень мало. Обычно залежи такие лежат. Расцветки очень симпатичные. Трос. Буксировочный 139,90, семитонник, и он такой идет ленточный. С крючками, вот с такими карабинами. Полироль для пластика 77 рублей. Набор автомобилиста 849 рублей. Много уже раз вам показывала, что в него входит. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и трос. Буксировочный с крюками. В сумках в таких. Ну вот еще здесь есть, конечно, моторное масло 332 рубля. Полусинтетическое, 4-литровое. Силиконовая смазка. Защищает и смазывает механизмы. Восстанавливает эластичность резиновых уплотнителей. Нейтральный запах. Антискрип. 87,40, 400 миллилитров. Ящик для инструментов 290 рублей.
большой. Хорошо закрывается. Я в каком-то светофоре не могла его закрыть. Он какой-то весь был перекореженный. Или это было даже в маяке. А здесь очень хорошо. Хорошее отделение. Дополнительные. И большие ящики. Прямо, знаете, очень хорошие. Здесь уже органайзеры поменьше, конечно. 143,90. Дополнительные вкладыши здесь у них есть. Можно их расставить по вашему желанию. Вот такие вот. Ящик с крышкой и створками на 53 литра. 249,90. Отличное решение для игрушек, чтобы дома складывать. И мне нравится, что здесь еще они есть со светлым таким. Створочки светлого цвета, бирюзового, не только серого. Туалетную бумагу вам уже показывала и не раз. И здесь ее тоже очень много. Прямо завались. Любая. Продаются они здесь только упаковками. Ящиков тоже очень много. Например, есть еще даже на 90 литров. 625 рублей. Он на колесиках. Очень большой и тяжелый. И еще даже с крышкой. Крышка эта закрывается вот на таких вот скобах. Корзина для белья с крышкой. 297,90 на 48 литров. Только в бежевом цвете. Ящик с крышкой и створками на 32 литра, 183,90. Такие вот створки. Появились салфетки бумажные в коробках. Спасибо за заботу о природе. 43 рубля 25 копеек. 180 листов. Кто-то даже, смотрите, открыл коробку. Можно посмотреть, какие там салфетки. В принципе, качество нормальное, как носовые платочки. Два вида упаковок у них вот такие. Бокс для пищевых продуктов. 109,90 на 10 литров с ручкой и клипсами по бокам. Застежки это. Набор емкостей для сыпучих. Цена не указана, что-то около 100 рублей они стоят. Здесь их две емкости в наборе. Крышки есть зеленая и желтая. Набор мисок для кухни. Три штуки их в комплекте. 87,50 на 2 литра, на 2,75 и на 3,75. Я такой набор себе приобрела. Очень удобный, хороший. С одной стороны ручка, а с другой стороны носик. Только желтого цвета. Набор чаш с крышками. 174 рубля. Тоже три чаши в наборе. Зеленая одна осталась. И такие красные. Губки для посуды 16,70. 10 штук их в упаковке. Ведра. Тоже отзывы неоднозначные. Кому-то нравится, кому-то нет. 55,90 на 10 литров. Пищевое ведро. Таз овальный 86 рублей. Прозрачный на 18 литров. Кстати, цвет еще есть розовый. Универсальные салфетки для уборки. Вискозные 32,70. 15 штук их в упаковке. Размер 25 на 30. Здесь есть упаковка одна открытая. Но я думаю, что все знают, как они выглядят. Такие на ощупь мягенькие. Ведро туалет 170,90 на 16 литров. Пластмассовое. Оно с крышкой и с ручкой. Метла круглая с черенком 110,90. Довольно жесткая. Конечно, большой плюс, что уже с черенком. Сидираты, горчица, 1 килограмм. Зеленое удобрение 59,90. Пленка 195,90.
3 на 10 метров для парника. Шланг появился в продаже 377-20, 20-метровый, трехслойный, зеленого цвета. Заборчик 238-90, называется «Бабочка в цветах». 3 метра стоит такая цена. Есть они, кстати, они в упаковке упакованы. Это вот для вида лежит, чтобы не открывали все упаковки. И еще есть желтого цвета. Набор для ванной комнаты 360-90 есть в продаже. Это тот набор, в который входит зеркало, мыльница, подставка для зубных щеток. Я думаю, что вы все помните его. Лоток для обуви 78-20, 70 на 37 сантиметров. И еще хочу вам показать коврик интерьерный 40 на 60 сантиметров, 64-90. Очень приятный на ощупь, сзади полностью прорезиненный. Этажерки трехсекционные, 436 рублей. Вот так вот они красиво выглядят. В одном из видео я вам показывала в собранном виде. Размер у нее 37 на 29 на 69 сантиметров. Конечно, это все пластик. Табурет пластиковый 151,90. Очень красивый лавандовый цвет. И сделан тоже неплохо. Стул интерьерный «Волна», высокая спинка, 981,90. Здесь они черные, вижу, белые. И, собственно, все. Грабли «Агроном премиум», садовые, 12 зубьев, 57,90. Без черенка. Вот такие. Торфяные горшочки, 33,81, 20 штук, 8 на 8 сантиметров. А здесь у нас новинка, смотрите, появился парник легкосборный 5 метров на 0,8 и на 0,8. Значит, он идет со спанбодом и соединителями 217-35. Вот здесь вот он лежит. Соединительные механизмы. И вот еще новинка, это сетка садовая. Зеленого цвета 398,68 стоит. Метр на 10, 15 на 15 в скобках. Посмотрим информацию поближе. Преимущество легкое, экономичное, практичное и простота в установке. Варианты установки тоже здесь есть. Также здесь есть стол-тумба, стеллаж 998,90. Стол обеденный 1399,90. Очень красивый такой цвет. Ролик гимнастический. Уже видели его с вами не раз. Конечно, есть ковры. Кстати, расцветок несколько. Три расцветки на выбор. Такой коричневый, светленький. Коричневый другой, вот такой вот. Напомню вам цену 455,90, 0,8 на 120. Друзья, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр, за лайк и подписку на канал. До новых встреч, всем пока. Обязательно подписывайтесь, потому что будет продолжение.